Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ух, фантастика, это наш комплект постельного белья. Марина увидела эти живые розы, вы посмотрите, вдохновилась. Ну, как любая женщина, которая смотрит на красоту и сразу вот, ну, жить хочется. Все в цветах, да в таких живых. Африканские розы, встречайте, комплект постельного белья. Со страстью, с динамикой, со своим лицом, скажем, со своей такой атмосферностью. Очень красивый будет подарок близким. Вот действительно нетривиальный комплект. Сочетание анималистичного принта, кружева и шикарного. Шикарных 3D-роз. Боже мой, как красиво. Это не то слово, Юль, красиво. Это просто невозможно оторвать взгляд от этих роз. Комплект постельного белья «Африканские розы». Сразу в названии чувствуется, да, и страсть, и нежность, и Африка, африканский анималистичный принт, и невероятные розы. Еще и две стороны. То есть получается, что 1199 рублей можно смело делить пополам. Можно смело делить пополам. И что мне понравилось? Как же здорово и правильно сделали дизайнеры. Посмотрите. Яркий принт сменяется пастельной гаммой, то есть абсолютно всем угодили сразу. Не хочется ярких оттенков сегодня, может, устали, накрутились в течение дня. И как-то больше по душе пастельная палитра, переворачиваем под одеяльник, не бежим за вторым комплектом, нет. Не переплачиваем, просто переворачиваем. И видим кремовые, сливочные, рисковые, помадковые тона. Вкусные, просто да, чудесно. Такие, вкусные оттенки, они называются дизайнером. Да. Мне нравится кофе. Кофе с ванильной пенкой. Невероятно. Вот молния, кстати, у нас тут еще вшита в пододеяльник. Вот все продумано до мелочей, да, Юль? Да, ты правильно обратила внимание. Причем продумана даже планка на молнии. Это позволит белью сохраниться все-таки на больший срок. Молнию не сломает, когда будем крутить на оборотах в машинке, когда будем стирать. Ну вот она, наша страна, которая сегодня, ух, вдохновение такое дала всем, кто увидели этот комплект постельного белья. Шикарно, будто с эффектом подсветки, да, обратила внимание, розы, да, все светятся. Это модная, современная тенденция, и я вас уверяю, это яркий акцент в вашу спальню, который удивит всех. Ну, знаешь, Юля, у меня вот такой вопрос. У нас написано, что комплект постельного белья у нас шит из микрофибры. Да. Вот скажи мне, пожалуйста, а что это за материал? Это вообще уникальная ткань нового поколения с пористой структурой. И у нее есть определенные свойства, которые очень нравятся нашим хозяюшкам, и я сейчас его прямо начинаю демонстрировать. Это технология отсутствия складок, то есть по плотности, по типу плетения белье не мнется. Нет на нем складочек, нет на нем видимых заломов. Главное правильно постирать и хорошенечко во влажном виде распрямить, высушить в таком виде, и тогда утюга не потребуется. То есть получается, что мы вообще это постельное белье не гладим? Совершенно не гладим, сохраняем, ну, порядка 3 часов каждый выходной. Юля! Ты знаешь, что мы получаем? Мы получаем не только роскошное постельное белье, мы получаем самое драгоценное, что есть в этой жизни вообще. Мы получаем свободное время. И на роскошных розах мы будем спать в идеально отглаженной постели, причем совершенно не потеряв на это время. Да, абсолютно. Как здорово! Всегда будет опрятно выглядеть. А то вот вспомни, настоишься с горячим утюгом, а потом, ну, где-то 1-2 ночи, и потом все опять всмятку. Вот чтобы не было вот этого негатива, выбирайте белье нового поколения, которое абсолютно не мнется. Но кроме того, что не мнется, еще посмотри, какая бархатца. Да, вот белье на ощупь очень приятное, не, вот как будто это сами лепестки роз и есть. Но вопрос, а насколько белье комфортное для сна? Вот не будет ли оно, знаешь, создаваться эффект паровой бани или что-то еще такое? Да, оно дышит. Очень хорошо пропускает воздух микрофибра, как раз-таки благодаря пористой структуре волокна. Вот знаешь, как делают микрофибру? Одно волокно разделяют на целых 8. Получается, ультратонкие волокна с пористой структурой соединяют вот так их в шахматном порядке. Получается, воздушные камеры. Поэтому ткань хорошо дышит, пропускает воздух, не жарко и не холодно, держит как хлопок термобаланс. И очень приятно, тактильно, очень приятно. Правда, как будто прикасаемся к лепестку живой розы. Ну, конечно же, розы здесь на самом деле фантастические, они реальные, как живые. Еще и с анималистичным принтом, самым модным, кстати, в этом году. Заходила в магазин одежды, смотрела, что сейчас круг
верхом, один леопард. Но это еще не все, у нас две стороны. Размеры полы, трехспальный, двуспальный и евро. Поэтому успейте дозвониться прямо сейчас. Ожидание на линии бесплатное, звонки бесплатные. И вот она во всей красе, вся эта фантастическая красота, невероятная. Фантастическая, хочется собрать эти розы и поставить их в вазу, настолько они реалистичны. Кстати, а если мы в качестве подарка такое постельное белье подарим, как думаешь, обрадуются? Да, я думаю, это идеальный подарок любой хозяйке. Во-первых, это обновление вашего интерьера, преображение вашей спальни. Во-вторых, этот комплект постельного белья, который абсолютно не мнется. Он мягкий и воздушный, с двусторонним пододеяльником на молнии, цельнокроенной простыней, ткани компаньон, это тоже модный тренд. Все последние мировые тенденции собраны и по цвету, и по технологии создания ткани. Комплект просто, он мало того, что он понравится, он удивит, я думаю, даже очень многих. Соглашусь. Потому что, ну, давненько такого яркого, шикарного комплекта не было у нас. Последние минуты идет презентация комплекта «Африканские розы». Дорогие друзья, успевайте дозвониться. Имеет смысл поторопиться. Вы можете еще успеть выбрать для себя такой комплект и обрадовать всех ваших родных. Пора подарить своей спальне новый интерьер, абсолютно новую атмосферу. Размеры полутораспальный, двухспальный и евро. И фиксированная доставка 199 рублей. Уточняйте детали у операторов. Самое главное, успевайте, у нас их так мало. Ну, всегда, вот согласись, Юль, когда у нас такой яркий, красочный лот, он заканчивается у нас мгновенно. Ну, потому что мы сами, дорогие друзья, пользуясь случаем, что мы работаем на шоппинг-шоу, уже с утра сделали для себя заказы. И у нас остается всего лишь пару секунд на то, чтобы мы успели звониться, потому что белье потрясающее, а цена просто не оставляет выбора, брать или не брать. Обязательно нужно звонить и обязательно нужно заказывать.